Приветствую всех. Мы начинаем новый второй день конференции с доклада Янины Курсете «Близнечная мифология. Имант Зе Донис и Вячеслав Всеволодович Иванов о Юмисе». Прежде чем приступить непосредственно к рассказу о совместной работе Вячеслава Всеволодовича Иванова и латышского поэта Иманта Зе Дониса, следует остановиться на пояснении понятия «юмис» в латышском фольклоре, так как именно «юмис» в 1986 году стал предметом их совместного диалога. «Юмис» в латышском фольклоре – это божество плодородия. Иногда упоминается и его вторая женская половина – «юмала». Юмисом в народе называли также два сросшиеся ореха, ягоды, яблоко, два яичных желтка, а также два колоса на одном стебле. Последнее у славян, по крайней мере у белорусов, называется спорышем. Коньки на крышах домов латыши также называли юмисами. Слово «юмис» имеет ряд параллелей в других индоевропейских традициях. В древнеирландском «эвин» – близнецы, в «авесте» – «има» – близнец, в древнеиндийском – это известная близнечная пара «яма» и «ями». Как видим, во всех упомянутых традициях данное слово отсылает к идее двойничества. Вплоть до Второй мировой войны в латышской сельской местности просуществовал ритуал «юмня дзишана», то есть погоня за юмисом во время осенней жатвы зерновых. Напомню, что жатву в данном случае производили косами или даже ритуально серпами. Когда осталась неубранной одна маленькая площадка, участвующие, включая хозяев, вставали с трех сторон и косьбой приближались к самому центру площадки. Кому доставалась последняя горсть зерновых, тот считался поймавшим юмиса, одним словом, счастливчиком. Верили, что таким образом пойманный юмис приносит удачу и плодородие на целый год. Из колосьев последнего снопа вили венок, который бережно хранили до нового сезона. Ритуал сопровождался песнями, воспевающими юмиса и юмалу, а также веселыми играми молодежи. Все действия имели ярко выраженную подоснову умножение плодородности полей, людей и домашнего скота. Если же кто-нибудь из молодых людей во время жатвы находил в поле два колоса, выросших на одном стебле, это считалось верным знаком, что скоро предстоит свадьба. Уж не знаю, что ожидал человек пожилого возраста, если ему выпало такое счастье. Наверное, изобилие в доме. После жатвы следовала обильная трапеза за общим столом, причем часть из еды бросалась под стол, юмису. В данный ритуал входило еще одно обязательное действие. Две горстки колосьев связывали вместе, делая что-то наподобие коньков на крыше, этим подразумевая дом для перезимовки юмиса. Иногда этот двойной сноп помещали под грудой камней или под дерном на поле, распевая песни о том, что юмису пора на отдых до следующей весны. Таким образом, одна физическая часть юмиса после жатвы вместе с убранным зерном перемещалась в амбар, чтобы быть гарантом достатка. Вторая тем временем находилась в латентном состоянии до следующей весны. Фольклорные представления о юмисе лучше всего и больше всего сохранены в латышских мифологических песнях, дайнах, а также в народных поверьях. Первые исследования о юмисе появились в начале XX века. В них в основном были собраны народные поверья, связанные с юмисом во время уборки зерна или льна. Из работ этой поры следует выделить две небольшие по объему, но важные для дальнейших исследований статьи. Первая была опубликована в 1930 году в итальянском сборнике «Студи Бальтичи» и принадлежала перу известного лингвиста Антуана Мейе. Автор второй работы – латышский теолог Лудвиг Садамович, много занимавшийся вопросами мифологии. Его статья о юмисе была опубликована в 1940 году. К ним следует добавить и третье исследование, опубликованное в 1906 году, монографическое исследование английского религиоведа Рэндала Харриса о культе божественных близнецов, где отдельная глава, хотя по объему небольшая, посвящена латышским божественным близнецам. Правда, юмис там не упомянут. В качестве анализируемого материала Харрис выбрал небесных близнецов – Дева Дейли, подробнее останавливаясь на их функциях. Интерес к близнечной теме и конкретно к юмису возобновился только в 1970-80-х годах. Латышскому юмису посвящена статья немецкого религиоведа Вильгельма Шмидта, опубликованная в 1979 году. А также несколько работ, в том числе монография латышской эмигрантской фольклористки Лени Ниеланде,
и статья эстонского эмигрантского фольклориста Феликса Ойнаса о связи между балтийским юмисом и финно-угорским названием бога неба – Юмал. В советской Латвии о данных исследованиях ведать не ведали вплоть до 90-х годов XX века, когда эмигрантская литература стала доступна для рядовых исследователей. Для нас в те годы вдохновляющими стали исследования по балтийской общеиндоевропейской проблематике Вячеслава Всеволодовича Иванова, Владимира Николаевича Топорова, Татьяны Владимировны Цуян, а также Тамары Михайловны Судник, Лидии Георгиевны Невской и ряда других исследователей. В основном это были статьи в сборниках «Балто-славянские исследования». В 1983 году в упомянутом сборнике была опубликована совместная работа Иванова и Топорова к проблеме латышского юмиса и балтийского близнечного культа. Как в данном, так и в ряде других исследований Иванова и Топорова проблематика юмиса рассмотрена в контексте индоевропейского близнечного мифа, включая вопрос о диаскурах, о швинах, литовских и латышских сыновьях бога, Деву Суняли и Дейва Дейли. Обобщением темы юмиса можно считать билингвальное издание поэмы латышского поэта Иманта Зиедониса «Колос двойчатка». Вид див варпа. Так, правильно я прочитала? Не знаю, извините, если неправильно. Сопровождающей статьей послесловием Вячеслава Всеволодовича Иванова о юмисе и его истории. Книга вышла в Риге в 1986 году. Поэму на русский перевела поэт-билингв Людмила Азарова. Надо отметить, что переводить было сложно, поскольку язык Зиедониса пестрит каламбурами, парадоксами, аллюзиями, отсылками к поэтике и семантике латышского фольклора, так и к поэтике и семантике других индоевропейских традиций. Вячеслав Всеволодович Иванов в этой связи писал в послесловии. В своей поэме «Иман Диадонис» проник в самую сердцевину близнечного мифа. Суть такого близнечного божества, как юмис и его древнего индоевропейского прообраза, состоит в объединении двух разных начал мира – светлого и темного, черного и белого. Произведение Зиедониса имеет подзаголовок «Поэма о хлебе». Структурно это заглавная тема, объединенная отдельные стихотворения, каждая из которых предваряется соответствующей данной и дайной или народным поверьем. Сами стихотворения, в отличие от симметрических восьмисложников или в более новой трактовке четырехстопных хореев, дайн, в основном представляют верлибры или дольники. Для иллюстрации один пример, предваренный народным поверьем. По древним латышским поверьям юмис жил только в жите. Считалось, если хозяину удастся его залучить, то хлеб уродится. Чтобы приручить юмиса, надо было бросить ему на жневье горсть колосьев. Если хоть раз оставить юмиса без зерна, он разгневается и никогда больше не вернется на поле. Дальше следует само стихотворение Зиедониса. «Юмиса по ветру не пустить, не слопать яйцо под кладыш, не рваться из дому изо всех сил, оставить последнюю силушку, чтобы вернуться, сыновей на все четыре стороны, но одного дома оставить, чтоб починил ворота, не спустить по канаве в море целиком болото, божечек оставить без водяного, оставить за праздничной трапезой стул пустой для души предка, копейку в кармане кукушки. Будет юмис, будет все у тебя. Юмис единственный, сам с собой затевает игры. Он существует, игра не кончена, ибо юмис единственный, сам один и с собой другим играет. С собой другим играет. Покуда играет он в доме твоем, твоя игра не проиграна». Здесь в основе поверья, что юмис не покинет дом, если человек не расходует все на сиюминутные потребности, а оставит часть про запас, в знак уважения божеству и своим предкам. Якобы совсем простая мысль. Но она, по-видимому, была важна для поэта как противовес современной тенденции уничтожения всего традиционного. Поэма «Зиедониса» на латышском, без всякого предисловия или послесловия, впервые была издана уже в 1982 году и сопровождалась замечательными репродукциями полотен латышских художников, объединенных темой засеянного поля, жатвы, хлеба. Этот сборник развивал идею двойничества вербальным и визуально-поэтическим языком. В билингвальном сборнике 1986 года могло бы получиться созвучие не только латышского и русского, поэтического и научного языка, но и своего рода троеголосие. К сожалению, третьего не получилось.
Серые тона и расплывчатый узор иллюстрации художника не придал визуального смысла к вербальному Зиедониса и Иванова. Поэты и ученые вдвоем подготовили возможную позитивную программу перехода общества в 90-е годы XX века. В 90-х, к сожалению, редко кто вспоминал о Юмисе. Ведь хотелось хватать, появилась масса новых возможностей, новых посылов и путей к обогащению. Зиедонис и Иванов обобщили наработанное, подытожили целый этап развития. Отдельные попытки возродить тему индоевропейского близнячества наблюдались в начале 2000-х. В Латвии историк и фольклорист молодого поколения Валдис Рушниш опубликовал несколько работ по проблематике Юмиса, привлекая археологические данные. В 2007 году тема небесных близнецов в своем объемном труде «Индоевропейская поэзия и миф» касается английский ученый Мартин Бест. Юмис в латышских дайнах представлен как древний или очень старый. Я видел очень старого, ходящего по залежи, не Юмис ли это в желтых сапогах? Желтый цвет в данном случае цвет спелого поля, урожая. Старость или древность указывает на то, что Юмис вечен, поскольку цикличен, способен как к умиранию, так и к возрождению. Циклично умирают и воскрешают также небесные близнецы, Божьи сыновья, Дьява Дели. Разница не только в том, что они на небе, а Юмис на земле, но и в том, что первые представляют день и ночь, лето и зиму, а Юмис включает в себя и то, и другое. Он неразделимое целое, хотя и двухчастное. Если позволительно так сказать, то на данный момент и Вячеслав Всеволодович Иванов, и Иман Зиедонис уже небожители, небесные близнецы. Ими поднятая тема о Юмисе, который единственный сам один с собой и другим играет, это и тема о долгом содружестве Вячеслава Всеволодовича с латышской культурой и ее представителями, среди которых была поэтесса Мирдза Кемпе, музыковед Эмиль Мелгайлис, языковед Янис Энзелин, более поздние годы поэты Иманд Зиедонис, Янис Петерс, Улдис Берзинш. Начиная с 1946 года Вячеслав Всеволодович Иванов приезжал в Юрмалу, в Дубулте. Учил латышский язык, изучал строение тайн, любил и знал наизусть много из поэзии латышского поэта первой половины XX века Эрика Адамсона. Мы благодарны ему за вдохновляющие строки о значении латышской и шире о балтийской мифологии в восстановлении общего индоевропейского мифологического пласта. Эти слова прозвучали в 70-е и 80-е годы XX века, когда в Латвии мифология и ее изучение было под полузапретом. Изучая Юмиса, он сам стал или уже был юмическим. Работы, выполненные самостоятельно или часто в том же юмичестве с Владимиром Николаевичем Топоровым, как славянский, так и балтийский фольклорный текст, органически ввели в общий индоевропейский. Хотя на данный момент Юмис, как кажется, для большинства находится глубоко под грудой камней, вместе с совместной работой Зиедониса и Иванова этот камень поднимаем, под него можно и даже интересно заглянуть. Спасибо. Я думаю, что мы попросим передать благодарность. И, наверное, будет правильно вспомнить о самой большой статье Вячеслава Всеволодовича по поводу близнечного культа, которая была опубликована в сборнике по африканистике. Это чуть не 100-страничная статья. Близнечный культ вот не только в индоевропейской традиции. Мне кажется, что это будет правильно упомянуть. Это труды Института этнографии Кунсткамера, то, что издавало, по-моему, еще при жизни Вальдероке, начало 80-х, наверное.